Ребят, сегодня на уроке чтения мы пройдем еще, познакомимся с еще одним представителем узбекской литературы Бабура. О жизни и творчестве Бабура сегодня нам расскажет Азим. Бабур, полное имя Захироддин Мухаммад Бабур, родился 14 февраля 1483 года в Андижане, ныне Узбекистан. Умер 26 декабря 1530 года в Агре, Индия. Среднеазиатский полководец, поэт, государственный деятель, падишах Индии и Афганистана. Он в своих газелях и рубаи поднимает такие проблемы человеческих отношений, как любовь, дружба и стремление к прекрасному. Кому среди людей дано блюсти обет добра, от самых лучших все равно, не жди в ответ добра. Что жду добра я от времен, не ставьте мне вину. Весь век свой был я осужден, не знать примет добра. И от красавиц доля бед досталась на беду. Хоть и влюблен, не в этот свет, не светит свет добра. От добрых знала ты и ложь, о сердце и отман. Чего же от дурных ты ждешь, в которых нет добра? Всю жизнь свою отдай делам, добрей которых нет, и скажут, он радея нам оставил след добра. Ты дружбы от людей земли не требуй, как бабур. Кто видел, чтобы люди чли в делах завет добра?